Меня зовут Ирина Минина. Я бренд-менеджер компании Декоро. Сегодня я вам расскажу о новой коллекции Тиволи от бренда Архитектор. Бренд Архитектор представляет новую коллекцию осени 2018 года с итальянским акцентом под названием Тиволи. Направление у коллекции Glamorous. Тиволи – это древнейший город, который был основан еще в 13 веке до нашей эры, на несколько веков раньше Рима. С течением времени римляне захватили Тиволи и превратили его в любимое место отдыха для состоятельных граждан. В окрестностях Тиволи были выстроены великолепные виллы, которые в настоящий момент являются важнейшим памятником античной архитектуры и архитектуры эпохи Возрождения и Просвещения. Именно травертины украшают внутреннюю и внешнюю архитектуру города Тиволи. А как говорили итальянские скульпторы, красота травертина есть нечто большее, чем просто украшение. Вилла Адриана, вилла Григориана, вилла Десте – это самые впечатляющие виллы архитектурного парка Тиволи. Это шедевры роскошных имперских и дворцовых комплексов. Стоит отметить, что вилла Десте послужила прообразом для строительства Версаля в Париже. А российский император Петр I был настолько впечатлен посещением виллы, что после визита сюда задумал строительство Петергофа. Итальянский камень из района Тиволи считается эталонным. Среди дизайнерских коллекций настенных покрытий это первое, которое максимально точно приблизилось по цвету, фактуре и эстетическому восприятию травертина. В ней собраны текстуры этих самых каменистых пород, из которых построена большая культурная часть города Тиволи. Присутствие травертина в любом интерьере приблизит вас к величию имперского Рима или Ренессансу с его чувственностью и элегантностью. В коллекции содержится около 10 текстур различных природных цветов, каждый из которых превосходит друг друга в элегантности и изысканности. В природе травертин имеет очень широкую цветовую палитру, которая начинается с самых чистых белых цветов до самых интенсивных черных. О популярных цветах травертина сейчас и пойдет речь. Белым травертином можно украсить самые изысканные и минималистичные интерьеры. Белый камень – это повод для прохлады, а следовательно, его предназначение – это большие пространства и роскошные дома. Серебристое мерцание травертина занимает центральное место в любом современном пространстве. Великолепный серый оттенок сильвер богат зелеными и серебристыми нюансами, окрашенными несколькими мазками коричневого цвета. Он как нельзя лучше подходит для современных дизайнерских интерьеров. Бежевый цвет в природе является самым надежным с точки зрения восприятия. Только в этом цвете можно почувствовать себя спокойным и защищенным. При этом теплый бежевый травертин всегда выглядит очень утонченно и привлекательно. Земляной коричневый травертин придется по вкусу всем. Если вы хотите заявить о себе по всем эстетическим канонам, то паттерны насыщенных шоколадных оттенков именно для вас. А вот светлые коричневые цвета создадут нежную, спокойную атмосферу. Великолепная элегантность читается в таинственном черном цвете с концентрацией рассеянных белых напылений. Этот цвет очаровывает своим художественным подходом. Коллекция также интересна с точки зрения поверхности материалов, в которых она представлена. В основной массе коллекция флизелиновая, но в ней присутствуют также натуральные и виниловые обои. Натуральные обои с рельефным переплетением изготовлены из высококачественного сизаля. Стилизованные под античность, они привнесут в интерьер нотки эко-шика, а их актуальная применяемость в современном мире читается в трендовых оттенках металлик. У винилового покрытия читается не только визуальная и дизайнерская задумка, а также фактура. Ее наличие подчеркивает статус помещения. Здесь каменная имитация не кричит о своей дороговизне, но выглядит благородно и точно соответствует своему назначению. Травертин придает стене классический стиль старинного камня, удовлетворяя требованиям классического дизайна. Неотъемлемой частью эко-дизайна является растительность, поэтому еле заметное присутствие в коллекции сдержанного флористического дизайна обусловлено неподдельным колоритом итальянской архитектуры. Подведем итог. Тиволи – это имитация травертина из соответствующего итальянского региона. Коллекция адаптирована к требованиям современного дизайна, и она с легкостью может быть интегрирована в современный декор.
Впечатляющая красота травертина запечатлена в естественных оттенках камня с изменчивыми переходами по цвету, которые формирует сама природа. Дизайнеры тончайшим образом передали это в коллекции Тиволи. Большое разнообразие узоров содержится на поверхностях, изображенных в небольших углублениях, в виде пор, заполненных металлическими красками, и придают обоям калейдоскопический вид. Собрание дополнено натуральными обоями из высококачественного сизаля с рельефным переплетением волокон. Оно сделано на металлизированном блестящем фоне из благородного золотого, серебряного и бронзового цвета. В коллекции присутствует еле заметный растительный дизайн, который способствует гармонии с природой и вносит нотки эко-шика в интерьер. В завершении хочется дополнить, что травертин был признан лучшим материалом по итогу Миланской выставки и салоне 2018.